30 сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун-Сити стерли с лица земли. Из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Странные у тебя шутки. Я тебе раскрою один секрет. Только между нами. Тут частенько пропадают... Куда он подевался? Есть кто? Простите, что я без спроса. Буско, он полиция. Биноаки.
Пула уходила. Эй! Понял? Что там у тебя? Да что за херня? Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Не смею задерживать.
что? Черт! Ну что ж. Хрен там. Come on.
сервир. Lord Sadler Todopoderoso. Куда это они все? В кино, что ли?